Всем здорово, с вами Android Androidыч. Продолжаем проходить блок Tanks Wars 2. В прошлый раз я закончил на 13 уровне. Вот, и сейчас продолжим на 13 уровне. Сейчас у меня 14 уровень, и будем пытаться проходить эту хардкорную игру. В прошлый раз были, так сказать, претензии к тому, что я показываю свою физиономию. Я решил именно в этом летсплее снимать без лица. И посмотрим, насколько аудитория примет именно такой формат. Если я потом сравню, если с просмотров или лайков будет на этом видео больше, значит, вам нравится, чтобы не было видно мою физиономию, а только голос. Ну, в принципе, это правильно, потому что мои подписчики привыкли все-таки не видеть, а слышать именно мой голос. И многие могут просто испугаться вот этого вот некрасивого лица, которое у меня имеется. Ну, как бы, я говорю объективно, потому что на Ютубе рулит красавчики и красавицы. Так, давайте сразу выберем новый танчик и порвем их на всю катушку. Новые слова я придумаю. Так, сейчас я буду играть более осторожно, потому что в прошлый раз я просто меня... Да вы достали меня, уроды! Ну так нечестно, вроде правильно. На, умри, гаденыш. Умри. Так, вот у меня уже мало жизни. Кто мне это? Фух, слава тебе. Ух ты, скотина. Теперь у меня очень крутой танк, и сейчас я буду их рвать. Так, давайте. Блин, ой-ой-ой-ой, или меня будут рвать. Умри, чувак. Главное вовремя уворачиваться. Готов. Танк этот, который я выбрал, он достаточно медленный, но, как я понимаю, у него больше жизни и стреляет сразу тремя снарядами, которые мне помогают выживать. Так, сколько? 4 танка осталось. Игра реально хардкорная, попробую я пройти ее до конца. Это мой, тем более, будет первый опыт с таким игром. Я обычно летсплеев снимаю достаточно редко, и думаю, именно летсплеев не хватает именно на моем канале, потому что, ну что, одни обзоры обзором, люди хотят какое-то что-то новое, в конце концов. Это танк красный, какой-то вообще бронированный, как... Всё, готов. Нет, не готов. Блин, какой-то как будто босс прям. Да когда ты задохнешь-то, чувак? Умри, гаденыш. Мне кажется, сейчас я умру. Есть. Нет, красный до сих пор живой. Да что же вы такие бронебойные-то, а? Господи, боже мой-то, а? Прошел, что ли? О, да, это было сложно. Ладно. Следующий уровень. Поедем на этом же танчике. Он себя очень хорошо зарекомендовал. Ай-яй-яй! Ей-ей-ей! Тихо-тихо-тихо-тихо! Еще один какой-то танчик! Танчики-засранчики! О, смотрите, никто меня еще не задел! Ну, я красавец! Сбегаю все снаряды, которые... Ах ты, гадина! Так, бонус... О, хорошо, срикошетил! Так, что тут? Хитрожопые танки, которые в меня стреляют! Пере это... Ой-ой-ой-ой-ой! Тюх, я не хочу умирать. Нет, ну это жесть. Это реально жесть. Эти красные танки, они танки-убийцы. Надо использовать рикошет. Сдохни. Ай-яй-яй-яй-яй. Броня спасает меня. Эта скотина меня еще с той стороны фигачит. Сволочь, блин, а. Ну, главное красного завалить, там-то я их смогу порвать. Иди в одно место. Все, один выстрел, я сдохну сейчас.
Все, готов. Ладно. Так. Сейчас будем очень осторожно играть. Тут нет танков. Сдохни, сдохни, сдохни. Сейчас надо, короче, прорываться вперед. Так, танков тут нету? Нету. Прям рикошетом надо хорошо их обстреливать. Это заколебал этот мудак. Кстати, какой танк тут, интересно, выехал? А, вот этот танк. Не будет. Ой-ой-ой, зря я так сделал. Потому что в прошлый раз я также лоханулся. Да достал ты меня. Держимся, держимся. Ай-яй-яй-яй-яй. Каюка. Я танк как раз-таки завалю. Думаю. Да, он что-то еще рыпится. Последний выстрел, это все сводит мне. Фу, готов. Так, теперь... Красные танки какие-то, вообще какие-то... Полудурочные, блин, зря я все догнал. Блин. Тут она реальная игра, супер хардкорная, я скажу вам. Но тут надо, как я понимаю, собирать различные бонусы, которые здесь есть, потому что... Ну, сложно она. Они бывают... А вот эти в бач... Там в почках или где? Вот эта тварь меня сейчас забьет. Капец, хардкор. Ладно, мы пойдем другим путем. Выберу другую. Будем вот так. Попробуй, игр. А что они стреляют-то? А что это я могу попасть-то в них? В атаку. Нет, ладно. Ладно. Буду выбирать технику помощнее. Ну а как с ними еще? Вот, я понимаю. Они себя по-читерски ведут. И я буду себя по-читерски вести. Как с вами? По-другому с вами никак. Так, пока меня не... Так, посмотрим, с какого выстрела я буду бивать эти красные танки. Танкики. Это скотина, которая... стреляет из меня. А, смотрим, смотрим. Да, блин, я... Не могу попасть никак основным снарядом в него. Вот, кстати, не рикошет нифига. Господи, боже мой. Нет, все-таки задали, дали. Тяжело проходить, конечно. Следует мне выбешивать этот вот. Че выбешивает? Больше всего мне выбешивает. Ой, блин, так. То, что вот этот маленький чувачок. Вот этот, который маленький скотинка. Стреляет по мне. Ай-яй-яй-яй-яй. Да, фиг еще прицелишься. Убил. Ух ты, смотри, я практически все жизни снес. Жалко, что не рикошетит этот. На, ты сволочь, выжил. Так. Есть. А теперь надо что-то думать. Надо, главное, вот этого сволочи завалить. Один так остался. Так, момент истины. Так, надо что-то делать с этим танком. Я пока не знаю, что делать. Чувак, ты меня разозлил. Я иду на пролом.
Я иду на пролом. А теперь потом достану. Так. Пойдешь, гаденыш. На тебе. На тебе. На тебе. Разозлили меня эти танчики. Сейчас я буду убивать их всех. О, умение. Так, вот этого сейчас завалим. Один танк остался. Так, ну сейчас точно пройду этот уровень. Какой-то оказался очень сложным, к сожалению. Но тут тоже надо быть очень осторожным. Короче, или я, или он. Фу, вот это да, вот это сложно. Идем дальше. Это же танчики. Капец, как легко-то, а. Умри, гаденыш. На-на-на-на-на. Так, ну главное, чтобы красные эти верзилы не попадались. Блин, ну... И как мне тут просто... О! Ибо кто в меня стреляет так? Есть. Есть. Сколько тут... На! Дайте мне жизни, пожалуйста, а? Пожалуйста, дайте мне жизни, а? Капец, вот это хардкор. Будем рикошетить. Пошел ты. Да что ж ты. Есть, не так снес. Два танка снес. А там еще 4 танка, да ладно. Жизни. Короче, здесь жизнь надо собирать. Есть. Так. Пошел ты, пошел ты. Фу, поддержка. Пошел ты в одно место, чувак. Так, как там еще? А, я боюсь всего, я боюсь. Ползет, ползет, ползет. Ну. Фу, два танка еще. Где они? Не вижу, я боюсь. Так, блин, два этих, да? Они вроде не могут меня попадать. Через это. Есть. Кто? Тут главное дать ему шансов. Фу, вот это да, вот это игрулька. Ладно, идем дальше, мне нравится все больше и больше. Да, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Умри, гад. Ой-ой-ой-ой. Умри. Тихо-тихо-тихо, мы увернемся, увернемся. Скинем. Есть. Отлично, помогает мой пулеметик мне. А так бы сейчас у меня была бы хана 100%. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. 9 танков. Да что ж ты в меня... На тебе. Какая тварь по мне стреляет. Какие-то радиоуправляемые снаряды, которые летят просто в меня. Так. Попаду, не попаду. Этот снаряд, он реально только в меня. Он прямо целится в меня. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, надо. На, гад. Вот этот, наверное, гад меня пытался уничтожить. Еще один. Умри, чувак, умри, пожалуйста.
Да пожалуйста, умри, а. Я тебя очень прошу. Есть 6 танков. Вот хардкор. Так. Ну, тварь поганая. Попробуем про... Так, вот здесь сделаем до этого. Кто-то в меня стреляет. Они просто везде. Умри, гад. Что это такое у нас? Фух, 12 танков. Надо вначале мелких уничтожить. Ракетницы тоже, конечно, желательно уничтожать. Они хоть мне... Хрен полез в эти ракетницы. Так, мелкий танк я уничтожил, окей. Так, здесь что? Блин, ну здесь нет. К ним пойду в последнюю очередь. Надо, во-первых, вот эти уничтожить. 9 танков еще, капец. Тупо мне стрелять, я даже не вижу. Убил? Так, мне пока везет. Ну что ж ты по мне попал, гаденыш, а? Ой, красный танк, ненавижу красный танк. Пошел ты, пошел ты. О. О. Тихо, тихо, тихо. Тихо, 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 тихо. Быстрее, 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 дайте мне на жизни. Ууу, как мне стало, как мне легче. Ставьте лайки. Ой, я пошутил, пошутил. На тебе. Убил? Нет, это кто, красный танк, капец. Рано ратался я. Гаденыш. Пошел ты. Вот это да. Уровни реально жесткие пошли. Объезжаем, объезжаем. Есть шанс мне пройти турник. Понял, Ханус. Еее. 4 танка осталось. Ракетицу все спалили. Есть. Тут, блин, попал по мне, гад. Так, где остальные танки? Ну, в принципе, остались, мне кажется, слабенькие танки. Ну, умри, отстал уже. Есть, 2 танка, одним выстрелом. Ну и последний. Ну, я уже приноровился, кстати, в нее играть. И уже мне гораздо все проще получается делать. Вперед! Уже, я уже никого не боюсь, я нашел свой танчик. Так, а здесь что у нас такое? А вот теперь будет веселуха, капец. Вы что, издеваетесь? Они реально издеваются надо мной. Это хардкор, хардкорыч. Фу. Я не знаю, где они. Ты в жопу. Мы остались один на один с ним. А вот это я зря сделал. Господи, помоги мне, пожалуйста. Будем это отстреливаться так. А вось попадет? Чувак, ух ты. Сюда спрячемся, где он сейчас? Выжидаем. Пошел ты. О,
Нелегкие уровни идут вообще просто жесть, жесть, жесть. Вот это жесть. Просто жесть. Так. Да, у меня все стоит уже. Фу. Это просто, это мне прям так тяжело. Фу. А что не поставим, потому что у меня уже реально... Меня уже горит. Фух, идем дальше. Фу, смотрите, куда мы попали. Мы дошли куда-то в другое место. Уровни маленько другие, смотрите. А как здесь? Так. Надо их... Блин, ну так нечестно этих... Маленькие танчики, я вас сейчас порву как... Умри, есть. Ну, пока легко. О, тебе легко пока. Какой-то странный звук у меня тут. Вы, наверное, тоже его слышите? Такой был. Испугался. Фу, так, давайте посмотрим, сколько я записываю уже, а то у меня уже это. Ладно, вперед. Ой. Так. Давай, теперь я матерый чувак. Могу валить всех. Я просто иду, всех валю. Утюк. Так, готовы, вы все сейчас сдохнете. Ну все, пацаны, вы трупы. Я понял, как в эту игру играть. Ну куда ты идешь, малек? Все, никого нету, вы все умерли. Где ты? Где ты? Смерть. Ой, я пошутил. На тебе смерть. Так. Делов-то, кто следующий? В атаку с красной какой. Сейчас я доеду вас и порву техник. Да я не боюсь вас всех. Я не боюсь. Все, вы умерли. Все огневая поддержка, все за меня. О, как я просто иду из всех танков. Реально, просто гну всех. На зубах у меня любой уровень. Давай кто дальше. Дальше давайте. Меня поперло, меня прям прет. Делов-то и все, что ли? Это все, что вы спасли. Давай, покажи. Умри, гад, умри. Кажется, я рискую. Удачи, кажется. Нет? Да что ж ты? Так. Я слишком это зазвездился. Хотя не зазвездился, правильно иду. Иду в правильном направлении. Так, вот эти маленькие тараканы, которые в меня стреляют вот так вот и. Ладно, мы пойдем другим путем. Попробуем обойти. Так, здесь что у нас? Ой, блин, еще лучше. Ладно, пойдем по этой стороне. Эту маленькую козла завалить. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Да ты за кто сволочь, какая-то по мне стреляет. Не дошел, прям маленько не дошел. Попробуй с красной начать. Так, надо завалить его. Смотрите, маленькие козлы, тараканы, мать, этот... Вперед! Маленький тварюшка ты, умри, вперед!
вперед. И это, господи, боже мой. Я вас всех порву. Иди сюда, иди сюда, иди сюда, трупачок. Так, я могу сейчас... Фу, а где еще два танка, я не понял. Блин, ну тут надо как бы это, осторожно, а то я могу умереть. Сказал, чуть не умер. Поедем в объезд. Я рисковать не буду, поеду в объезд. Так. Какие там танки остались? Ну, наверное, красный остался танк, 100%. А красный это страшно. Так, кто там? Маленький. Есть, маленький. Фу, да, уровни зажигательные, прям мне это. Так, какой у меня танк-то, я что-то не помню. На каком танке-то еще? А, на этом танке еще. Ладно, идем дальше. Так, что это? Ну кто там? Кто там? Кто там с андроидычем решил? Надо использовать этот пулемет, он тоже. Умри, 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 чувак. Ха, вот так надо. Ой-ой-ой, а кто тут уже? Это просто какая-то жесть. Ля-ля-ля-ля, ничего не боюсь. Ничего не боюсь, кроме своей смерти. Так, ладно, сейчас будем осторожненько. Попал. 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 Раз-два и нету. Так, надо этого. Так, теперь надо как-то... Так-то. Иди ты в жопу, в жопу, в жопу. Сдохни, сдохни. Куда ты пошел? Ты куда пошел? Быстрее, быстрее, надо мне бонус взять. Взять бонус. 15 танков я надо уничтожить. Вы что, совсем двинули ты умом? Рискнем по этому пути пойм. Пусть пройти дерзко. Ой-ой-ой-ой-ой, да вызок. Дайте энергию. Да, вы же вон, да заколебали вы меня стрелять-то, а? Так, я уже почти перенавился. Было тут главное. Фу, так. Умрите, вы все умрете сейчас. Ой, или я умру. Кстати, надо было брать этот бонус, потому что... Блин, а? Маленький. Говнисуй. Говнисуй, иди отсюда нафиг, говнисуй. Есть. Так, 4 танка осталось. Ах ты тварь! Вроде проблема была. Так, один танк остался. Жизни, 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 жизни. Фу, вот это бои, вот это зажигать. Ну чё, кто там остался? Последний танчик, ты сейчас умрёшь, надеюсь. Где ты прячешься? Где ты? Маленький-маленький шпиндик. Фу. Ну ладно, на этом я закончу. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки и ждите следующей серии. А с вами был Андроид Андроидыч. Всем пока.